расположена к нам уральская усадьба. Сегодня будет производиться монтаж навеса в виде половинчатого павильона. Навес будет над бассейном. Устанавливаться будет на заливной фундамент. Будут две форточки и две двери. Одна здесь входная. Часть монтажа. Каркас мы собрали. Все скрутили. Каркас также занкерили к фундаменту. Накрутили форточки, двери. Одна дверь у нас в торце. Другая на углу торца. Также форточка в том торце. И будет вторая форточка вот в этой стенке. Во втором отсеке. Монтаж мы закончили. Обшили стенки, торцы. Также накрыли крышу поликарбонатом. Поликарбонат использовался двух цветов и двух разных толщиной. На торце у нас получается прозрачный 4-миллиметровый поликарбонат. На стенке и крышу 6-миллиметровый. Бирюза цвет. Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня у нас производился монтаж навеса над бассейном. Устанавливался каркас на заливной фундамент. Габариты 5×5. Торцы у нас обшивались поликарбонатом 4-миллиметровым прозрачным цветом. А задняя стенка, крыша и передняя стенка 6-миллиметровым. Цвет бирюза. Везде по краям наклеена перфолента и идет профиль. По низу также были установлены отливы. На торцах прикручены были облицовочные уголки. В этом торце у нас установлена дверь цельная. В другом торце тоже также дверь цельная, но больше как угловая. В одной стенке у нас форточка для приветривания. И в этом торце также форточка для приветривания. Каркас изготовлен в виде фирм. Труба 40 на 40, 40 на 20 и 20 на 20. Фрагоны изготовлены из профильной трубы 40 на 20. Фирмы крепились к столбам. Также профильные 60 на 60. Все это дело анкерилось и крепилось к фундаменту. Эта дверь у нас, как я говорил, получилась угловая. Но у нас удалось ее обшить поликарбонатом, так что даже не будет пропускать воздух. Везде все плотно вышло. Пьете, нет? Нет? Кто не пьет? На этом все. Не забываем подписываться, смотреть новые выпуски. Называет? А кто у нас не пищит?